Так, друзья, слушайте, реально собирался уезжать домой, но, судя по голосованию, придется остаться. Остаться для того, чтобы подождать, когда разберут вторую фару, вытащить из нее маску и поехать ее красить. Будем ее завтра думать, в какой цвет, либо в цвет автомобиля, либо в черный цвет. Это тоже решим. Так, пока фару подготавливают, включим печечку. Пускай печечка наша нагреется. Опять-таки посмотрим на наши линзы. Так, вот это была моя линза. Так, для тех, кто не в теме, вот наша выгоревшая линза. О, отличный ракурс. Вот это, точнее, не линза, а отражатель выгоревший. Теперь возьмем фару, точнее, линзу. Вот с нормальным отражателем. Вот такая фара еще будет светить. Такая фара не светит вообще. Хотя вы еще увидели про Mercedes. Что, закидываем фару? Да, корпус тоже придется менять на этой фаре. Сейчас подождем 10 минут. Будем расклеивать эту фару. Доставать маску. Все, печется, ждет своей очереди на разбор. Так, да, здесь куча запчастей, мужики. Это что у нас уже, новый Mercedes, самый последний Mercedes? Еще одна BMW походу. Еще BMW. Да. Вот у нас новые детали. Куча всяких запчастей. Куча всяких фар. Так, а где у нас тут есть интересно что-нибудь? О, смотрите. Это у нас тоже, скорее всего, BMW. Называется F15. Больше чем уверен. Только у них эти огромные фары. Да, это 100% F15. Вот комплекты корпусов. Слушайте, ну что, теперь будем радоваться нашему свету. Будем радоваться тому, как наши фары будут выглядеть. Вот так ждут, когда фара печется. Друзья, прошло всего лишь 5 минут. Фару достали из печки. Ну что, идет она, как ты думаешь? Хватило? Ну, друзья, вот и все. Всего лишь специальные, это как-то плоскогубцы, да, которые разжимают, не сжимают, а разжимают. Наше стеклышко отсоединяем. Откручиваем маску и сваливаем. Слушайте, а всего лишь каких-то 5 лет назад никто и не думал, что вот так будут ремонтировать фары, которые с завода не предназначены для ремонта вообще. То есть вы с завода никогда не купите отдельно стекло, отдельно корпус, но вы знаете, кто все это придумал. Они все это продают отдельно. Корпуса, стекла, линзы, маски, что угодно. Любой каприз за ваши бабки.
кстати, да, сейчас можно понять, по какой причине у Дори Стайлинга, у Дореста одно кольцо светит ярко, а другое тускло. Вот представьте, вот эта трубка пока доходит до, то есть она светит вот отсюда, идет по окружности, и по этой причине у Дореста одно колечко яркое, а другое темное. Что, все, маску берем в руки и убегаем на... Давай вторую часть тоже. Конечно, красим. Куда теперь деваться? Раз вы решили, значит, будем красить. Прощаемся с цехом, где все восстанавливают. Так что... Так, все отсняли. Вот так вот бедолага выглядит без фар вообще, без крыла, без фар. На, теперь время 11 час ночи уже. Придется ехать без света.